Друзья, всем привет! Этой частью мы заканчиваем наши большие покатушки по Чусовому, по берегу Чусовой. Ну и заканчиваем наш конкурс на название канала. Мы выбрали Ural Adventure Company. И вот Максим, собственно, автор этого названия. С нас, как обещали, приз. Долго думали, что подарить. Но вот он. Распаковывай. Это чтобы в предстоящую зиму было не холодно. Термокружка. С ней можно. С названием. Да. С твоим. Благодарю. Вкладом в наш канал, да. Огромное спасибо. Спасибо. Все. Пока. Ну и, собственно, поехали. Видос сейчас будет. Мама, я в телевизоре. Макс сериалка Вилкову. У нас тут отлично. Все, я готов. Все, давай, отходи. Что, мы добрались до какого-то бродика? Глубоко? Смотрите. По колокольчик? Это я и то не знаю. Это не скажешь. А, ничего себе. Хорошо, слушайте, отлично. Мы прям, наш контент. Я не снимал, но Сергей прошел. Меня видно, смотрите как. А у вас фонарика могу нет. Давай с разгону. Задом, но. Следующий. Так, Желтопуст у нас в роли якоря выступает. Ну, ему не впервой. Он у нас машина крепкая.
Другая. Железная, да? Железная, другая бы еще на взлете развалилась. Сейчас нереально. Мы Андрюху протащим тут потом нормально. Вот зря вы ему не дали проехать. Так, подготовка. Пошел! Так, пошел. Третий уже у нас. Ой-ой! Все. Не-не-не-не-не! Конечно, я вам скажу, крутовать. Молодец! Ура, товарищи! Так, тут даже, я вам скажу, людям сложно переправиться на тот берег. Андрей, мы, я, вся страна верит.
щебетка что-то не вывезла, аккумулятор подсел. Ну и, собственно, мы сегодня вторую, третью машину уже вытягиваем наши щебетки. Поехали! Вслед за нами. Так. Молодец, Андрей, хорошо идешь. Ну вот и отлично. Так, очередь Нива владельцев. Ребята, это было интересно. Форсировать речку. А такую одну из величайших рек Урала. Ночью, в темноте, я вам скажу, эмоции просто через край. Так, не вижу с этого берега, кто едет. Так, это едет Сергей. Так, Ниве вода, я вам скажу, по самый капот. Отсюда не видно. Ну вот он нырнул. Отлично. Вот вторая Нива. Есть контакт. Ну и Ваня. Давай, родной. Вот это да. Это огонь! Молодцы! Вот это достойный финал поездочки. Вам все-таки придется немножко рассказать о своей машине, потому что вы у нас последние остались не хозяин. Хозяин? Да. Не обсмотренные. На чем ездишь? Ниве 21. 21 Нива. Что с колесами? 29. Лифт, лебедка, 29-е колеса. Ну и опытное управление, окраска. Антигравий. О, антигравий, говоришь, ничего нет. Это плюс 5% проходимости. Ладно. Вот, кстати, отличная штука, лайфхак. Как сделать так, чтобы трос не убегал. Даже вот в вертикальном положении держится. Ну все, спасибо вам. Что, друзья, мы это сделали, брод пройден, маршрут, можно сказать, тоже. Лайт был прям по-нашему, засадили все, что можно засадить, поломали все, что можно поломать и починили. А теперь
Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь на канал, будьте с нами, пишите в комментариях. И если вдруг есть идея, куда поехать, пишите туда же. Счастливо!